Какой принцип у него? Я вот прочитал, никак не пойму, в частности. Накрывает куполом район, угу. Когда снаряд с электронной начинкой, ракеты попадает в этот купол, он в этот купол создает помех, дает сигнал этой помехой, то, что он уже над, то бишь, над нашими войсками. Угу. А на самом деле он долго до этого просто сорвется. А, просто не долетает, да, артиллерийский снаряд? Я, антенна не надо лазить. Также артиллерийский снаряд, либо ракета. Где вот есть электроника, он своевременно даст сигнал помехой. То есть в зону действия этой машины, он просто не долетает, сбивается и падает. Ну, ракета может либо поменять траекторию, уйдет в другое место, взорвется в другом месте. А снаряд, когда попадет, он взорвется в этом. А какой площадь покрывает? 50 километров. Квадратных? Нет. А, просто 50, да, радиус 50 километров? Да. Одна машина? Да. А одновременно сколько целей? То есть неважно, да? Без разницы. Просто в поле открывает все. Серьезно. Машина, да?